Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. Мы играем тут в жуков, троллей, овец. Че мы там играем? Блин, у нас снизу чуваки стоят. Гнолы против кобольдов. Ну, точнее, я в три против. Стороны отвел своих жуков, и эти гады с четвертой стороны заспавнились. Искусственный интеллект, вся фигня. А сколько этих жуков максимум-то? А, 15 скоробеев максимум, ёшки-матрёшки. Гляньте на хп моего Блад-элементаля. А где он у тебя? Скажи, пожалуйста. Посередине. Ребят, мне кажется, мы поиграли. У них просто два жука, которые спамят жуков. Ёперный. Два жука. Но у них 140 хп. Я не вижу Блад-элементаля. А, в центре. О, я дамажу хилом. У него 500, я в центре вижу, кстати, не знаю. У него 500 тысяч хп. Ману нужна. Ну, в жуках и вот в центре. Я не знаю, как ты не видишь. Хардкор, подойди ближе к этим пацанам, тебя похилят. Да, реально 50 тысяч. Хардкор, подойди своим основным, я похилю его, я задамажу рядом. Песок, а чё ты такой плотный? Помогите мне, ребят, меня зажали. Я ищу мружа. Иди. Я тебя похилил бы. Крест, ну чё, утерять прям так поглубь? Подойди ближе, подойди крипа, подойди. Не слушайте его. Серега, подойди, я похилю тебя. Скиньте бабок, ребят. Я к фонтану. Скиньте бабок. Иди туда, у меня будет фонтан, я буду. Я что, фонтана выхилю себе приду? Ладно, иду обратно. Уговорили. Шкидарик, будь здоров. Так прикольно, что в новой версии каждый грейд все дороже и дороже стоит. А раньше по 2000 штампуешь, и вообще жопа. Могу их несколько самонить. Лол. Кого? У нас хардкор такой. А до элементалей. Хардкор, ты умер. А у меня ощущение, что за каждого элементаля вы типа хп теряете. Нет, теряю лично я хп, когда их бьют. Так, ладно. Серега, подойди, тебе ближе. Надо стоять вот здесь, вот, да? Нет, мне мана нужна. Ну, у меня есть спылы, которые меня хилят, так что. А-а-а. Вон, видишь. Какой радиус на старпоу маленький, жесть. Ну только что ты хотел? Победы? О, я умею хороший переманивать с тобой, прикольно. Скиньте бабок, давайте сеанс прогрейживания устроим. Ребята, мне нужно, чтобы меня били очень активно. Можешь подойти к крипам, я похилю тебя. Ты надамажишь их тебе кидали. О, нормально. Денег киньте мне. Кидаю. Черт. Мы слишком выигрываем. Это плохо. Почему? Ну, извини. Короче, не бьют просто. Если меня бьют, я могу перенаправить весь урон на какого-то вражеского героя. Ага, и опять крашнешь игру, да? Нет, ну, баг только большая и еще кто-то. Да. Мне кажется, стоит забанить скиллы. Пуска, какие-то нечитерные бани. Ну так, это вообще опасно. Ну это ульта, как бы. У вас он Starfall там. Да, а у меня как бы бесполезная билка, которую я не могу нажать. Сейчас, через 4 секунды похилю тебя, Серега. Ого, офигеть, Пиклижар, у нас с тобой просто какая-то ментальная связь, короче. Я без денег кликнул на грейд, и ты мне в эту секунду скинул денег, и хватило. Представляешь? Я просто думаю, ну кликну по приколу, смотрю, прожалость, думаю, как это возможно? Смотрю, ты денег скинул, вообще жесть какая-то. Артус норм, понимаешь? Я не смог тебя... Мне ману выжигают, ну прекрати, отстань, кобольд! Пиклижар, а ульта только хиляет, да, или что там? Бейте кобольда! Мы проиграли. Да, ты закапываешь. Лол, как вы проиграли, у вас же песок был супер мощный. Нет, в смысле? Мы выиграли, алло. Мы проиграли. Вы проиграли. Мы. Серега, мы проиграли. Серега, ты проиграл. Серега, ты слил. Я вижу, тебе написано, кобальт с одни, гнолы ноль. Все, теперь понятно. Блин, мы же обычно всегда в одной команде, а тут мы проиграли, вы проиграли. Нет, мы выиграли. А, у них жучара. Смотрите, справа вверху, справа от дерева, там написано очки, типа 1-0. Честно говоря, Вадим, я не думаю, что жучара такой ОПшный. А что-то у Пиклижара какой-то другой жук, почему у него так много юнитов убито? У него сильный жук. Потому что я скелетов плодил. А, ты скелетов плодил. Это типа книжку, да, покупал? Да. Сильный жук. А я без скелетов справлялся. Ну и зря. Дима у вас, видимо, для коллекции был, а? Света пришла с медитации. У нас Серега для коллекции был, я понял. Собери их всех. Готэ кетч замол. Че, может, бабос скиньте? Я думаю, нам хватит уже на грейд. Мне, можете мне скинуть. Давайте я скину. Лучше мне. Я тебе постоянно скину. Так че, а че, у вас вообще нет денег? У кого-нибудь там косарик дайте? А смысл вначале?
Не проще закупиться там? Вагинский, скинь мне, пожалуйста, 300 голды. Ты в другой команде, предатель. Серега, какой жучара, а такой, типа, скинь. Яд нубов, смертоносен. Надо использовать все моменты, чтобы заработать. Чё, яд нубов? Блин. Рубов. Нубов яд не работает. Так а получается этот книга вот этих скелетов такая жесткая, что ли, что ж пиклижар так всех пиклижарил? Ну, 10 скелетов вызывает, конечно. Ну, блин, наверное, если настакать. Она помогает, если у вас... А, с каждым стаком все больше она или что? Нет, да. Там от уровня зависит. Такое. Нет. Не-не, это в том-то и дело, песок раньше так было, а сейчас не так. Надо поскорее купить, типа, и все будет круто. Также мне маны не хватает на жуткие. А, ну не пораньше ее купить надо, ее просто надо купить 10 штук. Раньше, позже, не важно. А, 10 штук купить. Ё-моё. Ну, запомни, тогда не переживайте. А, эта штука регенит хп и ману. А что-то у нас сверху куча этих чуваков в разнобое, блин. Какую книжку надо купить 10 штук, ребят? Вот. Некрономикон? Шарлос, я так понимаю, книжка... Не, подожди, слева внизу. Некрономикон. Там 4 некрономикона. Ну, есть именно некрономикон написано. Тот некрономикон, который прям некрономикон. А, ясно. Вот тот, а зачем вы говорите? Так... По-моему, в вражеской команде. Короче, Серега, вы смотри. Знали, что Неруп вот этот, это же оранжевая книжка, оранжевая. А, Близзард, оказывается, он сам кастуется. Ёшки-матрёшки. Клёво. А, знали, что... Торнадо тоже само летает. Не, просто я думал, надо область выбрать, а тут... Песок, а чё ты крысишь за мной постоянно? Ах ты, песок. Там вообще крыша. Плохой песок. Oh God, а мы будем грейдить наших кабальдогнолов или типа пофиг? Хрен, ну я не знаю, чего не грейдить. Ну ты книжки накупаешь. Я да, решил этот инвестировать в книжки. Не, ну давайте я пойду там что-нибудь загрейжу, а то они с одного удара убивают. Все, ребят, только скиньте деньги, а то я тут сдохну нафиг. Блин, мы ни разу не грейдили. Ну скиньте бабок-то, я загрейжу. Виталик, загрейдь, пожалуйста. О, посипки. Я там просто некрономикон грейдил, ребят. Эм, что происходит? Я обменялся с Вадимом местами. Я теперь в вашей команде. Чего? Почему он вернулся? Бейте его по морде. Проходи, проходи. Я не понял, что произошло. Я думал, что я обману мышку, но сами. Я стоял, никого не трогал, тут Серега. Украл тебя. Незаконно. Как невесту на свадьбу крадут. Ковер завернул и все. Ладно, я превращаюсь в хайв. Хайв фрукшоп. Короче, у меня ульта сейчас будет готова, давайте я кого-нибудь приманю, а вы его убьете. Давайте, готовьтесь. У вас будет 7 секунд. Давайте, я приманиваю вот его, Техля. Серега все-таки гад. Да, ну что, вы убили Вадима, нет? Нет. О, нормально, я у вас зарядил на арене спелл, а у тебя он сработал. Когда ты успел его призвать, я вообще его не видел. Я вам говорю, готовьтесь, я призываю. Ладно, давай, в следующий раз я буду готов, прости, я не был. Они выиграли! Мы победили. Серега затащил. Никто крипов не убивал, конечно. Ну, конечно, не выпала имба. Вадим там с пылы заряжал на чужой арене. С пылы не позаряжать. А вон, у этого... А, нет, да. Ого, моделька какая-то. Дима гнома репикнул, серьезно? Гном такой, средний. Да, неважно, неважно. Вы видели, сколько гномов убивал, сколько гномов вы убираете? Вражеская команда может делать любые ошибки, которые может делать. Контраску репикнул. Серега, ты в нашей... Я, кстати, по-моему, за все игры в кобальдов и в этих овец я ни разу не был на первом месте в команде. Это просто пипец какой-то. Крипик лежар просто бешеный. То есть вы хотите сказать, что то, что у меня 443, это да. Просто так. Да. Дим, я не в личной жизни, ты сутками играешь в кобольдов. Никогда не играл в эту версию. В эту версию, конечно, так в эту версию. Прошлую часов 200 наиграл, да? Да. Шучу, я никогда не играл в кобольдов. Ну мы в прошлой игре нифига не грейдили, блин. А этот. Потом я просил деньги, был в центре, мне никто не дал. А потом дали деньги. Я тебе дал деньги, не надо меня. Ну, я а под конец дал. Ты уже дал, а я уже ушел из центра, блин. Адё. Тут кто ж тебе доктор? Адё. Адё. И нас комментарии. Если вы, короче, играете за Лидана, ждите, пока деньги кому-нибудь скинут одному. И телепортируйте к нам, чтобы он сдох и ничего не смог сделать.
Так он сможет кинуть обратно деньги, чё? А, мне кажется, если помрет, не сможет уже скинуть. Сможет, я думаю. Сможет, конечно. Они может, даже сами автоматически кинутся, так что... Ну, мы воспользуемся их растерянностью, короче, в это время сами говорить о нём. Подойди снизу поближе ко мне, мне мана нужна очень. Шкита... Серега, пожалуйста, уведи сумонов снизу и серые так тоже. Шкитарик. Кто-нибудь загрейдите, у кого куча бабок. Если у кого-то есть деньги, то загрейдите сами. Балансный спелл, который я хочу юзать. Блин, мне лень постоянно следить за сумонами. Там скелетов на полкарты. У нас хилов нету, да, в этой игре? А-а. Скидываю шикитарику бабос. Я рядом, куда ты? А, скидываю Сереге бабос. А мне зачем? Мне не мясо скидывать, я деньги трачу не на полезное. Не скидывай. Женя скидывай, у нас он казначей. У вас как это, даже не решились, кому скидывать бабки? Давайте песку я все скидываю. Просто, я все катки вообще ничего сам не делаю, я все скидываю. Вот эти кому. Блин, опять ульта какая-то не такая, как я ожидал. Дайте мне еще денег. Читать надо. Читать, ничего себе. Нифига себе, ну блин, у тебя время есть читать? Нет. Не читаю. Ты читаю, я просто делаю. Я смотрю, что происходит, и понимаю сразу же. Ребята, бейте, вон читать умеет. Ой, не надо. Пожалуйста. Шкитарик, хочешь денег? Не жалуйся. Давай. Блин, меня засайлинсили, что это такое-то? Это скилл Вадим. Були пошли. Кто в центре, ребят? Да какой гад. Застанил. Это был я. Я в центре, давайте деньги. Давайте мне деньги, ребят. Нифига снайпер там бахает. Песков, песка скидываем к нам, короче. Все. Да, у вас же нет этого чувака. Да кто сайлинс задолбали там, уже? Вы там неплохо сопротивляетесь, я прям удивлен. Ну, побыстрее помрёте. Какой ты ЧСВ. Ничего себе, это вообще, да. Не, просто у меня... Ты осмелился заговорить со мной? Это Нидас в этом режиме какой-то имбаланс, я думаю, не? Да нет. В смысле, нет, он бесконечный просто в Blizzard. Он перезарядился, я... Деньги мне, кидайте деньги! Чего у меня сейчас нету. Почему ты что-то кидаешь? Ну, потому что у меня есть. Так, хорош тратить деньги. Нам надо грейдить, грейды полезнее. А, блин, да, у нас что-то много крипов. А, подожди, у них много крипов, все хорошо. Ну, у нас тоже... Я сейчас... тоже типа много, нет? Нам нет, у них много. Вот эта циферка, это сколько у них? 271, это у них столько крипов. Блин, а кто-нибудь может загрейдить? Я могу загрейдить. Если что, скиньте мне, скиньте мне, я загрейжу. А, ты уже грейдил? Стань, а вообще, стань. Я летаю, понимаешь, как бы. А, ничего себе. Стань, Вадим. А стана нет. Отлично. Блин, мы слили опять. Блеск. Просто блеск. Кейки кем в норме. Ну если мы сейчас не выиграем. Лол, что это такое? Техническая команда. Дима, ману регень. Вов, три механика! Оборот в норме! Обороты в норме! А не отменяли? Выполняю! Дима, у тебя как обороты? Это по мне! Блин, наши тупые гоблины окружили и нифига не могут сделать. Чего они взрываются, тупые гоблины? Они предсмертно взрываются. Даже работает. Если вы сейчас выиграете, я уверен, это потому, что у Вани пропали скиллы. Чего? Персонажа. У Вани как игрока или? А, у героя. А, все, все. Как игрока у нее не было. Ничего себе, вы жесткие. А гоблина 8-9 атаки всего, отстой. Ну, первый, да, он... Женя, вот я бил этого крипа, наверное, секунд 10. Ты подошел своей коровьей мордой, туда ткнул, да хватит, говорю. Да, блин, Серега, если ты бьешь крипа 10 минут, от тебя толку. Я хилю, я взял персонажа полезного. Я не репикал второй раз, и этот был полезен. Потому что не мог. Потому что нельзя, да. Не репикал. Ну, я очень хотел, но решил оставить персонажа. Решил он. Ого. Что-то мы не скажешь, что прям доминируем, честно говоря. Ну мы... Мы типа тоже не слабые, ребята. Мы в лейте. Мы в лейте сильные. Даже не на нас. Мы в лейте. Кстати, а у нас ульты, интересно, на них можно будет кинуть? Да вряд ли, нет, там написано ХВП, если можно. Что-то я бомбу кинул, а эти отошли.
Ну какие гады. Че, кидай лучше деньги мне, блин. Не, я лучше так буду делать. Я буду ждать, пока ты половину хп снесешь, а потом буду добивать своим скиллом хилищем. А я прокачал, он теперь полностью убивает. Серега полезный хилер, пытается добивать. Давай, Женя, я... Шадошторм я тебя не смогу вылечить. Смотри. Хороший хилер, кстати. Жесткий. Уже у нас чисто это самая промзона какая-то. Блин, мне мана нужна. Ну-ка. А, я нажал ульту, не нажимайте ульту. Блин. Блин, да, дайте денег немножко. Я не понял, как она работает. Так нет, в смысле, овцу заводишь толпу и взрываешь ее. А, я вообще овцу не видел. Так, а-а-а. Ребят, грейдите, делайте кто-нибудь грейды, пожалуйста. Женя, я тебе скинул еще деньжат. Да, вижу, вижу. Либо скидывайте поэтому деньги мне, либо делайте грейды. Ребят, надо грейдить. У Димы стратегическая овца в кустах. Ой, Женя, кто ж тебя спасет-то? Кто ж тебя спасет? Сам? Блин, а? Народ, скидывайте бабки или грейдите сами. Господи, ну грейдим, как бы. Шадошторм, где деньги? Где деньги, босс? Вадим, обороты в норме, успокойся. Тут я хочу выиграть хоть раз, блин. Если мы сейчас опять сольем, будет как-то мы выиграли очень. Хоть раз, все. Ну мы первый раз. Мне кажется, это просто случайность была, что выиграли. Да, вообще. Ваня сейчас помрет. Ваня, жив! Пацаны, обставьте меня в этими заводами. Сейчас поставлю, мне слева нужен. Может фонтаны пойдем? Их наоборот на поодали друг от друга ставить, чтобы они взрывались в толпе как бы. Сказать. Кажется... Что произошло? Кто-то юзнул ПВП. Ну кто? У кого? Кто ПВП спал? Нет, у нас банши. Ну вот ПВП нажал кто-то Cauldron of Blood. Дима Влад. А, ну короче, шанс того, что ты сквозь крипа прострелишь и... О, е, найс, сова моя. Крипов по линии задамажишь. У меня сплэш. У меня сплэш тоже. А сколько у тебя сплэш? Полков больше одного нельзя вызвать, поэтому... 22%. У меня 30%. Ну, у меня включаемый, и он, типа, еще 70% атак спида даю. И у меня пассивный, и все. Не, ну, все равно прикольно, что у нас присутствует. Ну, можно атаку кому-то собрать, но почему-то у нас так быстро игры заканчиваются. Да. Не успеваем мы. Раньше как-то вроде было жестче, но при этом почему-то дольше это все дело жило, не знаю. Мне еще не нравится, что здесь ходкие ушлепские. Ну да, они будут, конечно. Особенно, учитывая, что это каждый раз новый герой, вообще неприятная тема. Ну я бы не сказал, что тут прям так надо опилки жать. Ну это да. Ну кто пищит, даже песок говорит. Так что? Он поливает на меня. Книга сильная все-таки получается. Я поливаю на тебя, что тебе не нравится? Нужно действовать. Не поливает. Не поливай. Хочу и поливаю. Женя, а тебе что не нравится первый скилл? Он убивает любого крипа с удара. Вадим, а зачем ты призываешь одного скелета-то? А, первый типа, а чё бы и нет? Ну ты потратил 1000 голды, чтобы призвать одного скелета. В смысле, книжки не исчезают. Мне сейчас не нужен этот первый скилл. Они исчезают, в смысле. Нет, она не исчезает, она кдшится просто. Ну десятая книжка у меня стала девятой. Нет. Нифига, ты песок не придумывай. Да. Фантазер. Чуть-чуть. Колокол какой-то звонит. По ком звонит колокол? Колокол. Просто по факту, Женя, берешь артефакт на скорость атаки, стоишь в углу и просто всех разваливаешь. Ну, главное, чтобы они к тебе подходили. Зачем? Ой, что-то я не то сделал. Женя, спаси. Все пошло не так. Кто-нибудь, может, хочет крипов загрейдить там, я не знаю. Ну нет. В этой игре, пожалуй. Я загрейдил. Не, ну ты-то молодец. Что за глупая идея, Вадим? Ой, не пытайся меня хорош, обмануть. Вообще. Сам тут книжку себе покупает, а нам говорит грейдить. Ладно, никто не хочет крипов грейдить, тоже буду книжку покупать, буду полезным. Ну нет, ты первый начал покупать, не надо. А потом уже сказал, почему никто не грейдит. Почему у меня неуязвимость? Что ты мне? Да мне надоело у всех попрошайничать деньги на грейд. Я решил, ну типа, пошли в жопу, сам буду
Ну, а свои деньги тратить нет. Ты кому-нибудь скидывай, песку скидывай. Почему как бы все деньги тебе должны скидывать? Какая разница? Все время я их тратил. Я могу предоставить документы, подтверждающие целевое расходование средств. Если Вадим как бы грейдит, то ему надо кидать деньги, а если другие, то пускай сами грейдят. А Вадим вот книгу купил. Я вон грейджу, между прочим, свои деньги. Я такой же наглый. Вы обалдели, что ли? Что за фигня? Я за свои, между прочим, кровные купил книгу, так что ладно. Или на когти. Я в основном-то тоже на свои кровные, но в основном. Дима, смотря где ты стоишь, я, наверное, не буду тебе кидать деньги. Да я на грейджу отвечаю. За грейджу книгу, да, Дим? Я не на когти, не за когтями ставлю тут, да? Что говоришь, Дима, у тебя сплэш, да? А, ну это вот сплэш вообще офигенный. Женя, скинь 1000, пожалуйста, очень нужно. А лучше 4. И у меня, ну, в купе с вампиризмом это вообще круто, на самом деле. Все, что было, тебе скинул. Шаду Шторм, скинь 1000, пожалуйста. Я сейчас, он мне скинул, я тебе скину. Отлично, остальные деньги тебе сейчас скину. Тебя просто пропадает на стола и... Если вы покупаете одновременно айтем, который дает ману и хп при убийстве, то он объединяется и становится супер крутым. Он, нет, просто он объединяется и дает и то, и то. Просто занимает один слот. Но он же становится круче, значит становится супер крутым. В логике Серега не откажет. Ой, блин, был звук, как тогда у Вальшина. Да. Я насторожился. Ну ладно, короче, да, PvP скиллы тогда не юзаем. Видимо, там было наслоение случайности. Ну вот этот звук. Я предлагаю не возобновлять эту практику. Я вот даже не качал его, он у меня есть. У меня тоже есть. У меня это ульта. У нас есть план Б, если что, Дима. Да, ну как, знаю. Если что, крутанем, да? Мы выиграли. Мы выиграли. Как это происходит? Банша, Ваня, репикай сразу. Кто выиграл, объясните мне! Ну, у вас стало 300 крипов на карте. У нас? У вас на карте стояло 300 крипов. Да, мы проиграли. Твоя карта. Что-то раньше, я помню, когда было 300 крипов, прям вообще жопа, там вообще овцы из всех мест лезли, а тут как-то типа такой играешь, а вы проиграли, ну окей. Ваня, если что, у тебя некр, за него тоже ульту не надо использовать. У тебя просто большая некр, это оверкил, не используй. Ваня, вообще... Вообще, короче, да. Ваня, не трогай клавиатуру. PvP скиллы не используем вообще. Это типа мы вот 5-10 раз уже повторяем для одаренных, да? И ну, сейчас я потом такой опять. Я кто-то шутку напустил. Я сейчас как пущу. Жаль, что этого ничего не сделал. Да, жаль, ты говоришь. Я сожалею. Я скорее рад, что нам это ничего не сделают. Подождите, а сколько у нас вообще суммонеров? У нас получается только один суммонер. О, ну мы, кажется, победили. Скелетрон и жук я. Ну все, это победа. Вообще не знаю, как вы должны выигрывать это. Ну, мой герой кушка на кушку, это имба. Если Женя будет книжки покупать, возможно, мы проиграем, конечно, да. А мне тут сейчас не надо, у меня типа, герой не умный, он даже вызвать не сможет. Да, ну, тогда я, наверное, возьму. Ну, я, между прочим, уже второй грейд делаю, блин. У меня столько денег нету, ну, как бы. Ну, я тоже что-то не сильно добиваю вообще кого-то, чтобы... Ну, видимо, да, вот этот мой чувачок довольно опасный. Да, он сильный вначале. Песок. Вадим опять деньги скинули, он такой, ну я вообще-то грейды делаю. Да вообще миллион скинули. Ой, что-то я плохо подкинул. Я так видел. Ой, Дима деньги отправил, нифига. О, кстати, у меня ульта клевая, я помню. А, пиктижар умирает. А что за ульта, ё-моё? Вот, смотри. А, у тебя даже не учи. Бесполезное говно. Ну, типа, любой айтем за эти деньги полезнее, чем ультра. Блядь, я призвал трех духов. Дух. Чего? Воина, волка и сейдж. Что такое сейдж, я не помню. Яша. Блин, я это не дота, явно. Это этот Винчестер. Ну, в смысле, Винчестер. Сам, который, да? Винчестер. Пустите меня, блин, Патма, не пустила меня. Репорт Патму. Блин, меня убили. Тут, кстати... Блин, мне маны не хватает на мои спылы. Почему так много надо? Короче, с горя книжку куплю.
Женя. Жар убивает. Команду устанавливаю. Кидайте деньги все, Женя, давайте дальше перейдем. Теперь даже подряд нельзя просто прожить. А это... Кто-нибудь идет у нас в магазин? Я как бы... А в какой магазин? Давайте, Диме, первый грейд делай. Я уже сделал. Ну еще делай. Делай первый грейд еще раз. Дима, не делай шестой грейд, делай подешевле в первый. А, да. Так. Не за скелет никого. Ладно. Блин, я как-то неудачно иду, как-то. Мне там накидали. Опять миллион. Че так много у нас противников постоянно? Непонятно. Мы вам сделали восьмой грейд. Ну, у нас седьмой, слушай, ну как бы. Ну, у нас 10 тысяч самонов. Ну, вот, видимо, действительно хардкор просто там хардкорит. Задрот. Сидит, сутками играет. Да задолбали, что такое-то нафиг? Я 24 реализовал, успел. Офигеть, я, кстати, впервые топ-1 в команде, вот это да. Поэтому мы и сливаем. Ты же раньше нас кто-то делает. Ну у нас 3 миллиона змеек стояло, а он просто добил. А, у нас тоже хреново туча всего. Змейки быстрее убивают, чем змейки быстрее, да. Им еще не надо целиться. Ну сейчас прям встали так четенько, чтобы этот не тупили крипы. Ребята, я им комлю. А что с песком? Я им комлю. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Что произошло? Песок, а что происходит? В смысле? Ну я сумоню сундук и подбираю его. Угу. Типа в рандомном месте? Да. Вау. А, прикольно. Искатель. Пацаны, давайте немножко скучкуемся, наверное. Давай. Ну, Вадим, ты можешь не кучковаться. Ну, почему? Спасибо. Так. А сколько за сундук дают? Чё, Дима благодарить? 180. Пока что. Можно, кстати. Но он еще стоит, как бы, 50. А, еще тебе платный спал выгодно выгодно. Ну, там чем больше я юзаю, тем больше... Ага, то есть, он накопительный сундук. Да-да-да. То есть, у меня есть дерево, и вот за дерево, видимо. Вот надо чуть подвести к нашей... А, хотя они и так... Душающие вены. Интересное название. Мне нравится. А может кто-то другой поднять? Это только я. Даже не надеюсь. Я уже хотел поднять. У нас просто змеиное царство. Да, ребята. Главное, мы не тащим особо. Не, да тащите. Так надо просто погрейдить. А, ну кстати, пока он просто лежит на земле, я получаю дерево, которое увеличивает. То есть мне нужно, чтобы он полежал, належался, отстоялся. Блин, вот сейчас нужно на самом деле к вам прыгать на вашу сторону. Мы, скорее всего, можем подбирать. Нет, тоже нет. Ну, только я. Блин, я очень криво утонул, как мне же это сделать. Ну, в смысле? Кто-нибудь будет грейдить? Я уже вон этот, на собственные финансы. Песок, кстати, ты богат. Я... Прийти должен. Я грейдил, кстати, так что не надо. Мне бы 1400, 1000 где-то. Дай, скиньте косарь, я загрейжу еще. Ну или сами грейдите. Я уже. Ого, ну, ничего себе, они такие, первый левел. Я не понимаю, что так, что у нас ульта делает? Я не знаю, там слишком много читать, я надеялся, что ты прочитаешь. А что второй скилл делает? Ну, замедляет скорость передвижения, атаки и атаку врагам. Вроде похоже, что змеек. Он как-то стакает ульту, кстати. Второй спел? Да. Мне нравится, тут змеи воюют, я просто бегаю, сундуки собираю. Полезный песок. Ну слушай, я как бы грейжу, чё. А, вторая штука, Healing Guard я призвал. Ну типа у нас больше голды, чем... Серёга тоже... Нет, у вас не больше голды, у нас Серёга тоже бегает, сундуки собирает. А, ну у вас другие персы. Ну просто не слушал. Имбовый просто очень имбовый перс. Блин, у нас что-то куча крипов, мне страшно. Да нет, у нас не так много их. У нас уже критическая масса набирается, давайте быстрее. Не, слушайте, у нас что-то много крипов, да, 200 крипов. Да, так там снизу, потому что они ходят, надо их приманить. Да нет, у вас все сверху, как бы, основная пачка. Не-не-не. Ну, блин, у нас на карте 230 крипов. Серега, отходи. Я тут ульту поставил, и дай им забежать в ульту всем. Не Дима, давай, так что ульта делает? Я не понял. Кинария? Что-то делает. Не, этого, Шадоухантера. Так. А, Шадоухантера не знаю, короче. Ребят, 230 крипов, выйдите из этого края.
Ну, я не знаю, мы, наверное, не переосилим змеек. Змейки прям, ну, их в два раза больше, чем обычно. Ну, типа, на видишь, он шаду этих... Кто-то, мне кажется, использовал ульту, да, PvP-шный скилл, мне кажется. Купи что-нибудь мощное прям, может, какой-нибудь скорость атаки в сумму. Я купил. Помогает? Да. О, Вадим, смотри, сколько у меня змеек. Плохо. Блин, мне маны не хватает, лол. Вадим, видишь? Нет? О, ничего себе. Что-то у меня килы выходят за границы. Да, я что-то, наверное, иногда не прожимаю, туплю зря. Это кто сделал? Winds of War. Так не, это разрешенная магия. Я чуть трентов не вызвал из кобольдов. Кажется, я с ума сходить начинаю. Давайте распределимся, кто-то внизу должен стоять, чтобы... Блин, мне света выключил свет. Я тебе могу стать один. Хардкор, ты там выживешь? Алиса, включи свет, блин. Короче, мутанты вообще-то. Пойти к тебе. Разве можно? Ты же говоришь, нельзя. Произносить Алису. Так нет, в смысле, если хочешь к ней обратиться, то можно. Да хорош, ну эти... Я залагал. Ребят, помогите, пожалуйста, с командом, который ману вы. Прожимаем. Не, я просто в деревьях застрял из-за того, что я... Ветерок кто-нибудь заюзайте, ребят. Заюзайте кто-нибудь ветерок. Ой, мама, они использовали все, что у них есть. Как страшно. Как ветерок выглядит, я что-то не... Мы проиграли. Ветерок выглядит, как ветерок, в общем-то. Короче, давайте распределяться. Мы сейчас проиграли только из-за того, что крипы... Куча крипов была снизу. Два. Мне кажется, мы сейчас проиграли, потому что у нас были змейки. Я буду только сверху, мне маны не хватает. Блин, я не попал. Вадим, снайпер. Да. Не, мне кажется, герой прикольный, надо попробовать перчатки купить. Но вообще, было бы прикольно, если бы раунды были бы подольше. Один там длинный какой-то раунд с чем-то еще. Ну, чтобы ты успевал там, типа, и то попробовать, и все, а тут как-то так. Не, ну вы прикалываете, посмотрите, где трэшер спавнился. Просто вообще в жопе от меня. Так ты не ходи сам, мы сами возьмем. Вы тоже можете брать? Сейчас проверим. Не ходи, сейчас я... Мне кажется, сейчас нет. Проверим. Не можете вы. Вы не готовы. Да, не достоин. У тебя нет карты. За нас уже все проверили, не переживай. Редкая карта. Что делать-то, блин? У меня вроде прикольный герой, но я не знаю, если я в перчатки буду вкладываться, то так себе, наверное. А сколько перчаток можно одновременно? 10. Ну, в одном слоте. 10, наверное. 10? В одном стеке 10, ну ты можешь как угодно. Ну там два стека по 10 сделать, 3 стека по 10. Я же пытался отправить деньги. Western Union залагал, ничего. Да. Что-то плохо все как-то. Блин! Тимплей с пикляжаром у нас. Нужно немного маны. Я на самом деле фармлю что-то вообще в каких-то космических масштабах. Может, я еще что-то ни разу не скинул, а я уже... Я тебя скидывал деньги, не надо, не надо. Не было еще, нет, скидывал, вот это первое. Скидывал, Не-не-не, второе. А я что-то скипнул этого персонажа. Ну, ребят, у них четвертый левел, а у нас, блин, этот, второй. Я закрыт. Ну, если что, я в центре могу скинуть. А что у меня за ульта? Флаг какой-то. А кого ты скипнул, Серёг? У моего персонажа? Да, твоего. Он вообще что-то... Ну, он прикольный. Опять нам выпал этот... Ну, у него PvP билка, это ульта, поэтому я не буду её пожимать. Я хотел один. Блин, у меня аж две PvP билки. Да? Да. Очень обидно. У меня какой-то лип есть, но я что-то прям буду его взять. Овца пошла в бой. Я прыгнул. И все? Я просто прыгнул? Класс. Клевый, да. Ты блэкмастер? Ой, спасибо. Нет. А, ты этот? Да. Он очень, вообще ни о чем. Нет, ты меня освободил. Ты, кстати, ульту можешь шакитарик на мобов вроде юзнуть. Не надо это. Вообще PvP скиллы, забудьте об их существовании. Да, то опять нас выкинет. 300 голды дайте. Угу. Ладно, я сам уже докопил. Нормально, еще пришли деньги. У нас 7-й игрок, у них 3-й. Нормально, играем. Да вот да, как-то не очень, наверное. Может, поэтому проигрываем? Да я что-то все говорю, ребят, грейдим. Мне уже задолбало, я сижу, молчу. Сам не грейдишь, там книжку, наверное. Я... Один из двух грейдов наш, между прочим. Ой, мой точнее.
У вас у двоих книжка. Я не знаю, о чем. У меня не книжка, у меня перчатка. Да, у тебя еще перчатка. Но тем не менее, я делал один из двух наших грейдов. Чё? Девятый левел, да идите вы нафиг. Кстати, да, у вас-то меньше. У вас меньше крипов, чему надо. А почему у нас меньше? Нет, крипов-то одинаково, просто все деньги Джонни тебе уходят, поэтому ты можешь грейдить. Все. Нет, в смысле, ты смотри, мы сейчас проиграем. А, мы проиграем сейчас? Да. Что за фигня, не проиграем, не проиграем. Потому что книжку надо качать, как бы, очевидно. И просто. Жесть. Да не, нам не понимают. О, Баньша! Какой нам спел юзать, если мы проиграем? О, нехер! Посмотри, прикольно. А, у скелетов очень длинное время жизни, прикольно. А, книжки еще покупаем? Так, давайте я вниз. Не, книжки должен кто-то один покупать. Ну, один некромансер. Ну, я тоже. Да все должны книжки покупать, что ты. Не, кстати, некр реально сильный, то есть у него вызов скелетов и баф скелетов, прям то, что надо. А он скелетов с книжки тоже бафает? Ну, по идее, должен, наверное. Я думаю, нет. Да. А, All His. По идее, да, реально должен. Ну, тогда вы двое должны покупать книжку, да. О, тут еще скелеты, скелетов вызывают. Да, реально забавно. А зачем мы вдвоем пассивку качаем? А, лол. А, ну вот нечего качать. Не плюсик же. А первый спел что? А он на PvP. А, как раз PvP. Ну, у меня тоже первый спел, кстати, молоток PvP. Полторы секунды стало. Не, стан можно, по-моему. Стан нормально работает. Да, я предлагаю молоток, не проверять. Молоток. Без PvP. Без PvP. Да не, давайте, ладно, да, если уж. Ну, как бы все не ютают, то никто не ютает. Просто из. Ребят, кто-нибудь покупаете? А, блин, у меня ульта тоже ПВП, лол. Да-да. Интересно. Пойти, а пойти. А я книжки покупаю. Я тоже книжки покупаю, мне все надоело, короче. Я, кстати, как мы перестали апать, лучше пошло. Вряд ли это, конечно, совпадение, но вряд ли это... Нет, мы проигрываем, мы сейчас проигрываем. Ну, проигрывать, там разница в 30 крипов, вообще ни о чем. Пипец, мана не хватает. Вадим, или кто там еще играл за Медива, вы пробовали отпустить джина? Нет. А, ну, это как... ульта в смысле то, что? Да. А, ну да, я естественно, золото выбрал. Ну там есть кнопка отпустить его, сделать его свободным. Ну попробуй. А, типа не... Убей всех этих. Блин, я книжку... Блин, я еще лишних книжек купил, лол. А торнадо сам летает, такая прелесть. А мы вообще не качаем, да? Найс. Ну сейчас я пойду качать, что делать. Мы уже не пройдем. Ну. А хотя, мы начали. Не, ну, книжка очень сильная, а? Даже, как бы. Книжка-то сильная, спа? Дайте пройти, я хочу загрейдить. Кто-нибудь тоже грейдит? Скидывай мне деньги. О, ура. Ультрахардера. Угу. После вас, между прочим. Ну, у нас, значит, тоже трехардеры какие-то есть. Кто бы это мог быть? Есть у нас трехардеры, получается, да. Получается, цена за грейд, она общая для всех команд, или у тебя каждой команды? Нет, команда. Охренеть, у нас просто какой-то... Изи просто. Они ничего. Как мы проиграли-то? Скелечье царство. О, Баньша. Ну, басы, вы что делали вообще? У меня книжка с скелетами была максимально, я дефался. Я понял, пока вы не начали додосить... У вас шанс. Не, ну скелет, книжка, это вообще просто грязь какая-то. У меня в какой-то момент было 12 тысяч золота. Вадим, качай вэшку и ешку. По-моему, это круче. Почему вы не перебили его, блин? Что за... Не, завод-то сильный, мне кажется, не? Да ну, нет, ну у тебя так просто луч будет постоянно на карте. А он-то сильный, прям очень сильный. Так это же не луч, это бомба играл, какая-то, да? Вообще. Что? Не, что? Вначале он же дамажит. Ешка делает КД луча ниже. Ага. Не, просто это луч похож на бомбу, я, по крайней мере, когда его закладывал. Это не луч. Еще не первый скилл, а второй и третий. Жаль, что второй. Ну вот, бомбу. Но он летает туда-сюда после этого, вот. Луч. А я его не направляю, да? Нет. Ну, когда крипов много, то как бы там нет разницы, куда полетит.
врагам. ПВП обилите. Ну, значит, не юзай, чё. Не надо добивать. Не, ну алхимик вообще хорош, он так хорошо всех это дамажит. У него летающий, по-моему, клёвая будет очень. А чё, тоже продажа или нет? Нет, он инрейдж, типа. Горелка на 20 урона. Просто так. А, ну, то, ну тоже. Круто. Это круто, да, это много здесь. Что-то пот, все молчат, все до этого там стараются, да, тут просто потеют. За шторм. А, мне деньги. Я куплю книжку. Что за шторм в другой команде? Сомнительные инвестиции. Да нормально. Ты живешь там как-то? Нет. На хилок. Я не могу подойти к тебе. Ой. Да ё-моё, со стороны кабольки. Выйдите. Что делать, Пиша? Ладно, у тебя квест, я не знаю, что тебе делать. Здесь это перерождение. Нет, это не перерождение. Пизон, а может, купил там книжку на день? Да. Не перерождение. Да. Блин, а они улучшают, гады? Ну и пофиг. Ну, пока. Да? Я... пока. Мы и так ваншотим обилками, так что нам пофиг на грейды, по сути. Ну, в смысле, они-то дальше-то уже не будем ваншотить обилки? Ну, ты-то будешь. Ну, как бы... Вы закрылись? Что такая толпа бегает? Что мы, кстати, выиграем уже. Что-то мне кажется, мы эту игру проиграем. Вообще не вижу никаких способов. Да у нас фигня. Да без дедоса, понятное дело, вы нифига не можете. Тем командор еще. Ну, объективно, у нас просто слабые герои, слабые скиллы. Что делать? Конечно. Слабые скиллы. Планшор, кидать денег? Со скиллом у вас действительно проблемы. Не знаю, чем мне это поможет. Я тебе, в смысле, ты закрейдишь? Блин, я почти топ-1, но пиклежар более качественный жук. Чего? Блин, Грей так долго кдешится, пипец. А пиклежар тоже сейчас книжку купил, что ли? А, понятно, почему пиклежар меня обогнал, потому что я скинул на книжку песку, а пиклежар сам купил книжку, гад. В смысле, я каждую игру покупаю. Мы выигрываем? Ну не из-за книжки явно. Явно из-за книжки. О, хардкор, ну, ты прожимал этот торнадо? Ну, посмотри на мои киллы и киллы пиклежара, ну просто, ну как бы... Блин, а хардкор торнадо не прожимал? Ну, вообще, так, в этой игре я загрейдил раза 4. Почему ты до этого его не прожимал? Поэтому... Оно само юзается. Что, я вообще не знаю, что мне... А кому деньги скинуть? Я просто... А можешь мне на книжку скинуть? Отправляй его. Что-то как-то не так все хорошо, я бы не сказал, что мы прям выиграли. Нет, скидывайте, потому что, блин. Давай, Дима, а зачем тебе деньги-то? На грейды. На что, зачем? А, на грейды. Я им что-то полез, что-то есть. На, сейчас скину. Главное не сдохнуть, пока я тебе скидываю. Я погиб, короче, я понял. Девятый грейд. Все, дослал. Ну. Вот. Все, выиграли. Изи. Задубасили раз, выиграли два и три. Шадоу Шторм, скажи, ты качал второй скилл или первый скилл? Второй. Ну, он ничего не делал. Не знаю. Не понимаю, как он работает. Ну, вообще, человек, чайник начинается на хер, у него всего 900 крипов убито. А у следующего всего хер. Я не могу даже придумать слово, которое бы меня в хорошем свете выставляло. Серега на количество убийств отражает начало его ника. Да, почему-то. Кстати, у меня киллов больше, чем у песка на 5. Он поддавался. Я золото собирал, бегал. Всем пока.